И всем привет, ребятушки, сегодня мы продолжаем играть в Lara Croft Go. Что ж, у нас сегодня вторая серия. Вот, мы остановились все на том же моменте, где вчера закончили. Короче, начинаем оттуда же, откуда и заканчиваем. Так. Угу. А, я тупой? А, можно несколько раз переключать? Рычаги, даже один ход, фига, я, кстати, не знаю. Прикольно, кстати. Так, ничего я опять делаю, дурачок я. Нам нужно какие-то пила, отсюда ушла, все. Оп. Мы можем сделать так. Что, я туда не могу? Почему я туда не могу? Не понял прикол. А, у нас туда прохода нет. Стоп, а как нам пройти дальше? А, я понял, все правильно, по сути-то. Я же забыл, что эти пилы не как люди из Хитмана. Они же только по траектории ходят. Все, извиняюсь. Понул. Вот, нам как раз таки и надо так делать. Тут же нет. Что? Что она рукой от меня держала? Значит, не упала. Ой, поосторожней. Оп. И нафиг я это сделал. А, все, понял. Мы попробуем вот так вот. Оп, теперь эту пулу сюда закидываем. И идем. Ай, блин, ах! Фигли, они сюда-то... А, блин, мы же перекрыли дорогу. Дурачок я. Как можно было так тупануть, блин? Не особо понимаю, просто механики этой игры еще не особо понял. Нужно. Ну, сейчас разберемся, короче, быренько, и все будет. Давай сюда. Подожди, а можно прям сразу две пилы? Опа, вот так вот. Все, теперь мы можем спокойно тут гулять. Оп-оп. Оп. И выход. Все. Отлично. Подожди, это всего пятый уровень был? А, у нас там вроде на главы все поделено. Сколько в голове уровней? 10, наверное. Это что за лучик такой света? Красиво так. Хоть и полигональная такая графика, но все равно прикольно. Так, а что? Что это такое? Какое-то копье взяли. Нафиг оно нам надо. А зачем тут этот дорогой? Может его сломать? Хотя не зачем. Ладно. Что? Не понял. Нафиг мы это взяли-то? Не... Что за бред? Подожди, а что сделать-то нужно? Я ж не двигаться. Да ну давай ты побыстрее, ёкарный бабай. И чё? И что мне делать? Я не понял просто приколы, как их победить-то. А-а-а, блин, издалека кинуть. У меня просто подсветилось, я подумал, что нужно подойти, она сама ее прыгнет. Все, понял. Еще одно копье. Все, копья типа нам будут помогать, понял. Так. Пошли. Чего? Нужно наверх? Да вряд ли. Ня. А как ее убить? Она не светится? А, отсюда можно даже. Все, я думал только так. И тут типа пропасть, я думаю, не получится. Так, нифига себе. Ну это тоже как люк, как люки, можно сказать, только одноразовые. Так, он прям на голову ей, давай. Еще с пистолетом, нифига себе. Так, а в чем проблема всех перестрелять сразу, раз у тебя пистолет есть? Вот это зря они пистолет добавили, что-то это странно. Подожди. Мне, наверное, нужно этого чпокнуть. Потом этого. Ой, ну нет, я хотела в него выстрелить, я забыл, что это не так делать.
я не привык, простите. Да ну блин, прыгайте сразу, что ты за стену-то хватаешься? Господа. Ну ладно, давайте не будем убивать мини, если можно. Так что эта змея будет наслаждаться жизнью. Нифига себе, тут уже такая мрачненькая атмосфера. Надо же, чтобы наподобие фонарика появилось. Так, а куда нам идти? Кого-то нужно чпокать. Это понятно, опять какой-то жук ползает. Вопрос только кого? Этого чпокать... Смысла нет. Наверное, чпокнем вот этого. Нате. Прости, братан. Меня заставили. Во, правильно, да. Ой, зачем я его убил? Во. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Ладно, извини. Нет, случайно. Так. А тут хоть какие-то задания есть, нет? Или тут тупо пройти? А, тут тупо пройти, блин. В Хитмане нужно было там за определенное количество ходов, сундуки. Здесь тупо пройти, так неинтересно. Так, кого-то нужно... А, ну давай тебя, братанчик. И кого дальше? Давай тебя. Ну, тут нужно всех, это без вариантов, всех нужно. Оп. Все, побежали дальше. Довольно быстро, в принципе, все проходим. Хотя тут очень длинный уровень. Я тут прошел один этап, потом еще какой-то. Нифига себе, тут развивочка тоже. А, тут еще и пила где-то. Где пила? А, мы ее сейчас перемещать будем, понял. А вот тут где? Тоже пила должна быть, я хожу. Где она? Ладно, ее нет, и нам так... А, все, понял. Она сейчас сюда приедет. Так, нам нужно теперь... Давай уезжай отсюда. Нет, нужно как-то по-другому. Во, вот сюда ее закинуть. Подальше эту пилу. Хорошо, что хоть искры добавили, а то непонятно, куда пила идет. Хотя по вращению еще можно понять. О, можем прямо отсюда кикнуть. Давай. Это, собственно говоря, зачем? Чтобы взять это копье. А почему мы не могли с тем пойти дальше? Вообще, наверное, могли, мы просто так змею, получается, убили. Не, мы могли типа ее не убивать, оставить себе копье и пойти туда. Ну ладно. А, мне нужно туда идти, пипец. А, нет, мы не могли ее не убить, потому что нам отсюда нужно кикать вот эту змею. На. Что там рычит? Мы типа в фэнтези мире или как? Наверное. А, это опять какая-то огромная змея за своих братанов мстит. Мы с ней встретимся, надеюсь? Будет какой-то бафайт, может? Какие-то ящеры скоро появятся. Ящерицы. А, во, уже появились. А что они делают? Как они убивают? Да, по-моему, то же самое, что змея, просто выглядит по-другому. В чем прикол? Ну, просто стоят, да. Подожди. Так в чем их прикол? Они... Отличается от змеи только визуально, я думаю, нифига. Ах, нифига себе. А, они как овчарки, короче. Как овчарки, я понял. Они, короче, как овчарки из Хитмана. Там они тебя замечают, а потом гоняются за тобой. Нужно как-то от них оторваться. А вот здесь у нас из-за того, что вот такие клетки, их туда провалиться можно? Ну, нет, а подожди, я могу туда выпасть, нет? Нет, не могу, ну ладно. Прикольно, прикольно, окей. Я уже думал, чем они отличаются. Пойдем. Пум-пум-пум-пум. Так, ну нужно быть быстрее это, Так, стоят припарно на двух лапах. Подожди, а куда мне идти? А, все, понял.
Маршрут построен. Давай сюда в яму. Она меня потеряла из виду. На всякий случай чисто. На уле. Попадемся и еще. Так, тебе это нужно кипнуть. Пока. Уху, вот этот дурачок. Появится огромная змея, да? Где-нибудь. Так, побежали дальше и будем опять заканчивать. Что ж, всем спасибо за просмотр, всем пока!